И нам бы хотелось, что сегодня, начиная вот эти семинары, тренинги, прежде всего для преподавателей среднего и технического образования, высших учебных заведений, для лидеров молодежных объединений показать и раскрыть понятие, что такое деструктивные течения, какие могут быть последствия от их влияния и что нам нужно вместе делать, сообщать для того, чтобы нашу молодежь уберечь от негативного влияния. Дни Агандарга Тускин, Адамдарга Кумекбери и религиозная идентичность молодежи. Этнического и профессионального образования для преподавателей вузов в партнерстве. И это партнерство сегодня, вот, это тема ощущается вот именно среди молодежи.